На узких питерских набережных не разъедешься. Если встал кто на пути, обогнать не получится. Давай резче. Ну что встал? Что он сделал с тачкой? Нажал парень кнопочку на компьютере, и заглохла машина у нетерпеливых водил. Но он не фокусник, как могло показаться, а студент Питерского университета телекоммуникаций. Стало быть, в технике разбирается. Легким движением руки он взял и включил сигнализацию на чужом авто. Машина решила, что ее угоняют, и заглохла. Вывод: не злите питерских студентов.